я не хочу наполнять вот это вот поле энергетикой тех событий, которые происходят, на фоне которых мы, так сказать, встречаем Новый год 2023. Но тяжелые времена делают людей сильными. И я верю, что мы обретем новую осознанность. И я хочу, чтобы каждый из наших соотечественников, из вообще из людей всего мира, пройдя эти тяжелые времена, научился хранить свою целостность, научился поддерживать свое здоровье, мог поддерживать свою сохранность, да, и мог делать себя счастливым. Я не желаю просто вот как обычно, традиционно, да, желаю вам счастья. Я желаю вам уметь делать свое счастье. Я желаю нам всем научиться делать это счастье. И чтобы под флагом России весь мир, обретя какие-то новые технологии, да, на базе нашего ресурса, энергетического, человеческого, духовного, чтобы мы вошли в новом году, в новое сознание, да, в эру милосердия, в эру примирения, как написал Иван Ефремов в своем романе «Час быка», что люди стали совершенными после того, как наступила эра примирения. И самый час быка – это самое темное время перед рассветом. Я желаю нам всем рассвета, рассвета человека, рассвета России, рассвета мира. Очень красиво. Ой, спасибо. Спасибо.